прошлом году минивены марки Mercedes, это Vito и V-класс, получили свежую линейку моторов, расширенный набор ассистентов, плюс пережили пусть небольшой, но рестайлинг. Само обновление вышло точечным. Снаружи изменился рисунок решетки радиатора, а в салоне появились иные дефлекторы вентиляции да измененная обивка кресел. Медиасистема ожидаемо сменила поколение, а в зеркале заднего вида прописался дисплей. В Россию новинки доехали оперативно, но со старыми дизелями ОМ-651. Это весьма возрастной мотор, прекрасно известный и водителям, и механикам. Но теперь 651-му придется уйти на покой. Для пассажирских и грузопассажирских версий вскоре станет доступна новейшая генерация 2-литрового турбодизеля. Полностью алюминиевый двигатель из недавно созданной серии ОМ-654 должен оказаться на 13% экономичнее своего предшественника. С мотором состыкован 9-ступенчатый автомат, хотя раньше стояла 7-диапазонная коробка. Для самых мощных модификаций можно заказать пневматическую подвеску Airmatic, что может увеличивать и занижать дорожный просвет. Как уточнил российский офис марки, в нашу страну посвежевшие вены придут сразу после наступления Нового года. Так что ценителям старого дизеля имеет смысл поторопиться. Не самая эффектная картинка, но очень любопытная новость. В 2016 году Минский автозавод создал откровенно некрасивый, но очень выносливый автобус на шасси обычного грузовика. Машину тогда заказала некая африканская страна. Ключевые особенности модели – антивандальный салон, рамная конструкция, рессорные подвески, а главное – ярославский турбодизель, отвечающий эконормам Евро-2, с которым состыкована надежная 9-ступенчатая механическая коробка. Сейчас проект ожил, поскольку производством такой техники занялся жодинский завод «Этон», до этого выпускавший троллейбусы. Автобусы САП-131, видимо, это БАС, только наоборот, решено продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока. Притом продажами занимается компания из Дубая. 131 адресован откровенно небогатым транспортным компаниям, поэтому его авторы обошлись без современной оптики и панорамного остекления. Зато установили на крыше мощный багажник. В салоне установлены 43 простейших сидения, а общая вместимость модели 72 человека. В коротком списке заводских опций указана лишь система видеонаблюдения, а также оборудование для оплаты проезда.